Михаила Дудина увековечили в бронзе. В честь столетия со дня его рождения в литературном сквере на улице Демидова установили бюст поэту-фронтовику. Идея проекта принадлежит Ивановской писательской организации, а автором стал скульптор Владимир Острижнов. Над этим проектом он работал 2 года. При создании бюста использовал многочисленные фотографии, видеоматериалы и рисунки самого Михаила Дудина. Он не одинарный человек. Во-первых, он сам хорошо рисовал, он даже поступал в Ивановское художественное училище, и он даже подписывался, у него сейчас вот у нас вчера открылась выставка в художественном музее, его автографы. То есть он автографы, по-моему, рисовал на себя в виде шаржев. То есть вот они мне очень много дали для понятия пластики, образа. Высота композиции около 2,5 метра, вес 108 килограмм. Михаила Дудина автор запечатлел улыбающимся. По наблюдениям Владимира Стрижнова, на 90% фотографий поэт в хорошем расположении духа. Улыбка в глазах. У него такие очень характерные такие есть эти морщинки от глаз идут. Такие вот веселые. То есть он жизнерадостный человек. Я считаю, он был по жизни всегда. Он очень много эпиграмм делал на других и на себя. Бюст изготовили на средства спонсоров. Монтаж и установку осуществили за счет городского бюджета. Мы прекрасно понимаем, что он не только как фронтовик, гражданин, воин, что он как поэт, он сделал особый вклад в победу нашей Родины. И он сделал особый вклад в то, чтобы память об этом, она проходила сквозь поколения, проходила сквозь сердца. Бюст Михаила Дудина в литературном сквере – 3-й по счету. Не исключено, что там появится еще один монумент поэту-фронтовику Владимиру Жукову. В 2020 году будут также отмечать столетие со дня его рождения. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.